разработайте плитки, 4 плитки, которые бы вынуждали вот такое замощение, которое бы имело периоды 2, 0 и 0,2, и других периодов бы не имело. Вы разработали. Да. Давайте. На одной плитке мы просто вообще все 4 цвета разные. А, Б, С, Д. Хорошо. На другой Б, А. Б, А, Е, К. Ладно. Е, К. Е, К, М. Вот нарисованы плитки. Ну, давайте пусть народ... Подождите, еще надо объяснить. Но давайте сначала пусть народ посмотрит. Понятно, почему им можно замостить с периодами... Почему вообще можно замостить? И ну или почему вообще можно замостить? Кто-нибудь понимает? Вот может вы купите таких плиток, а вообще даже не то что садик, а даже там небольшую лужицу не удастся вынуть. Почему такими плитками можно замостить плоскость? Кто понимает? Ну расскажите, почему? Просто берем эти 4 клетки, нарисованные их ставим в квадрате 2 на 2 и просто сдвигаем эти. Да. Так как эти плитки нарисованы, их прямо уже видно, что их можно прямо сложить. Вот здесь B, здесь E, здесь C. То есть тут между ними щели, но если эти щели убрать, то получится квадрат 2 на 2. Ну хорошо, но нам все-таки нужно всю плоскость замостить, а не только квадрат 2 на 2. А, и этот квадрат теперь можно повторять. Да. А почему его можно повторять? Значит, надо проверить. Что надо проверить, чтобы убедиться, что он может повторять? Что у него левая сторона согласуется с правой. Ну, давайте посмотрим. Вот М, А, и здесь М, А, и здесь Д, К, и здесь. То есть этот квадрат по-прежнему можно, как и раньше, то теперь уже сдвигать его нельзя. Но если мы сделаем такие квадраты, то дальше понятно, что можно выкладывать правильно. Значит, то есть замощение с периодом 2 по горизонтали и 2 по вертикали есть. Теперь как-то, значит, вы обещали также, что других замощений, кроме с периодом 2 по горизонтали и 2 по вертикали, не будет. А это кто-нибудь понимает? Может ли кто-нибудь объяснить, ну или опровергнуть, или доказать, что вот из этих 4 плиток ничего, кроме такого стандартного замощения, ну и вообще какого-то замощения с периодом 2 и 2 не получится. Может кто-нибудь объяснить? Когда мы достраиваем замощение... Вы можете объяснить. Поднимите руки, кто может объяснить. Так, ну давайте вы расскажите. Да. В каждой плитке будет только одна плитка, с которой можно делать все эти нескажения. Да, вот посмотрим, например, на эту плитку. У нее справа Б. Значит, ничего кроме этой плитки к ней вообще приложить нельзя. А у этой справа А. Значит, ничего кроме этой плитки положить нельзя. То есть, и то же самое, значит, и снизу только одна С и одна Е, Д и К. То есть, что бы мы ни делали, ну, если такое замощение, ну, это такая работа для плиточника низкой квалификации. Потому что если, значит, плиточник... Вообще, в принципе, бывает такая вещь, что мы начинаем выкладывать, что-то такое локально выкладывается, а потом вдруг поясняется, что дальше ничего выложить нельзя. А здесь очень удобно, все как бы детерминировано. Имея плитку, мы однозначно определяем соседа, и тогда уже все соблюдение этого локального правила гарантирует.